Как далеко должно быть животное, прежде чем вы поможете? Есть питомцы прямо здесь, в нашем родном городе, которым нужен дом. Сегодня герои рубрики «Пристроим вместе» – великолепная пятерка, полуторамесячные щенки. Они подарят вам много тепла и нежности. Эти четвероногие малыши будут вас любить, кем бы вы ни были. Приютите хотя бы одного. Ольга Бакина продолжит. В этот не самый погожий осенний денек наша съемочная группа приехала в очень теплое место. И я говорю сейчас не о температуре воздуха. Вы знаете, я уверена, что неважно, включили ли у вас отопление в квартире, после знакомства с нашими сегодняшними героями у вас на душе точно станет чуточку теплей. Расскажи нам, пожалуйста, про наших сегодняшних героев. Что ты знаешь? 5 щенков ищут маму и папу. Они очень энергичные, ласковые. Известен ли их возраст? Им 1,5 месяца. 2 мальчика и 3 девочки кушают самостоятельно. Мы ищем им только ответственные и заботливые руки для малышей. 1,5-месячные малыши очень нуждаются в крыше над головой. И мы призываем вас обратить внимание на этих чудесных крох. Они заслужили ласковые руки. Щенки родились на улице. Но сейчас, когда холода все ближе, очень ищут именно теплый дом. Мама – помесь немецкой овчарки, а личность папы, к сожалению, установить не удалось. Но по предположениям волонтеров, щенки вырастут выше колена. Они отлично подойдут как на охрану, так и в квартиру. Лохматые мокрые носики только начинают свой путь и верят, что у них все сложится наилучшим образом рядом именно с их человеком. Если вы хотите забрать щенят себе, то звоните по номеру телефона 8-912-829-2848. Оля Бакина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город».